Взбиваем яйцо. Будем готовить пирог с тыквой и с изюмом. К чаю прекрасно. Взбиваем яйцо. Добавляем 150 сахара. Добавляем стакан муки, затем добавляем ложку манки, не полную, гасим соду с уксусом, смешиваем, перемешиваем с мукой, добавляем в тесто. Мы должны положить столовую ложку масла. Мы должны положить ложку молока. Примерно ложку сгущенки. Одну ложку. Так, перемешиваем. Сейчас. Добавим 150 сметаны. Перемешиваем. Тесто у густоты сметаны выливаем в форму, распределяем по форме. Половину теста еще положим. Сейчас будем сверху ложить тыкву и изюм. Влаживаем тыкву. Распределяем сверху оставшееся тесто. Разравниваем тесто по форме. Будем выпекать 30 минут при 150 градусах. Вот такой воздушный пирог получается. Очень вкусный. Мягкий к чаю. Замечательно.